Привет, друзья! Первый раз за сезон я выезжаю в мышеловку, и, честно говоря, это страшно, потому что я уже понял, что Дорогожич — это такое лайт-версия, потому что здесь мне сделать все практически стрёмно, плюс здесь еще кучу всего нового понастраивали, поэтому сегодня аккуратненько катаемся в мышеловке, и я показываю, что нового здесь понастраивали. И кто любит украинскую, сегодня у нас Валерчик, будет у нас и украинска, и Андрушка. Буде теж українська. Андрійко. В общем, аккуратненько раскатываемся и смотрим, что здесь нового. Но я, честно говоря, то ли просто первый раз здесь приехал, и сейчас мне сложно, то ли вот я стал старым, и мне просто стрёмно прыгать в большинство того, что здесь есть. Валера специально в штанах от комаров и во всем экипе, а сейчас плюс 30, в общем. Жалко мне тебе, друже. Вот здесь ничего не менялось. Одна сисечка, вторая. Вот тут надо допрыгнуть. Вот тут прямо пошло, вот это новая трасса. Но мы сейчас по старой поедем, вот так вот. Опуля! Уи! Так, тут надо аккуратно, тут дерево. Опля! Уи! Какая трасса змея, меня уже укачала. Ой, блин, надо привыкать. Я еще из-за тоника сладкого напился. Ну вот здесь, кстати, мне нравится то, что здесь так много таких полетных, летучих тем, что... Так, клуба дробилка. Ой. Ух, и озеро прекрасное. В общем, вот такая вот трасочка, это стандартная, она раньше тоже была, но у нее появился новый отрезок, который я вам сейчас покажу. Надо понимать, конечно, что летом комары тебя сжирают, поэтому у меня была идея вообще там что-то там поснимать, попрыгать какую-то одну темку, но вот я сейчас понимаю, что как только ты останавливаешься, то ты становишься просто жертвой для поедания. Еще обратил внимание, что маска — это очень круто, потому что она не потеет, видно все, она не шатается, не летит. В общем, я его на всякий случай ее взял с собой, но теперь я понял, что кататься буду только в ней. Что касается спотов. Так, друзья, теперь проедем эту же трассу, я вам покажу новый участок, ну, во всяком случае, для меня он новый. Тут все стандартно, а тут уходим прямо. Опа! Надо успеть. Тут вот так вот и прямо пошли. Уи! Ого! Уи! Надо рассчитать. В общем, да, тут надо привыкнуть к этим всем штукам. Плюс эти приземки иногда, ну, для меня откровенно жестковаты. То есть они такие, как в плашмях практически получаются. Фух. Тут, кстати, можно уйти сразу вот так вот, если успеешь, для того, чтобы на доску дробильную не ехать. Фух. Чувствую себя деревянным бревном. В этот раз прикольнейше. Вот вроде и столько лет уже катались, и все это помнится, и прыгалось, и... но сейчас почему-то так стрёмно, как будто в первый раз. Это, конечно, радует, можно сюда каждый год приезжать, и как будто ты в первый раз все это делаешь. Так, вот тут три дробных трамплина, и в этом месте появился очень прикольный участок. Ну, не участок, а элемент. Понравился. Вот здесь вот раньше было просто ровно. Просто вот так вот. Ничего не было. Ну, конечно, если я не ошибаюсь, может, это пару мелких сисек было. Вот, а сейчас здесь сделали такой небольшой трансфер. Ты можешь вот так вот вылететь, вот так вот приземлить и поехать дальше. И я вам скажу, что этот элемент сюда отлично вписался. Are you ready? Yes, master. Are you ready? Да. Будешь кричать мне газу, курва? Опа!
сюда, сюда. Проехав за Валерой на этих сисечках, я понял, в чем была проблема. Он мне жаловался, что он не может тут никак выпрыгнуть, нормально долететь. И вот сейчас попробуем. Ты, Валера, повернись, мы же зараз будем вчитися их прыгать. В общем, фишка в том, что вот здесь вот надо чуть-чуть минимально хотя бы вжаться и сделать такой типа как банничек, ну не бани, поддернуть. Ну в идеале банничек, если вы медленно едете, то прям сильный банничек надо сделать. А Валера, он просто проехал, он вообще ничего не делал, как-то там выбросил. Сейчас мы посмотрим снова. Не, вот сейчас вот он сделал, все. Это был психологический у него, он просто задумался о чем-то прекрасном. Сейчас, в общем, это произошло быстро, ну, скорее всего, надо было или чуть больше поддернуть, или просто быстрее ехать. Но в целом, да, Валера шарит, что делать, потому что мне показалось, когда ехал за ним, что не совсем. Он просто завтыкал. Ну, зараз ти вже відчував ситуацію, а не так рагульно, як перший раз. Я з поворота перший раз вирівнююсь і, типа, не встигаю, як слід протиснути вниз підвіску, а на другому я вже більше зосереджуюсь на цьому. В общем, да, показательний момент того, що якщо вдруг что-то у вас постоянно не получается, то возьмите этот отрезок трассы и проедьте его отдельно. То есть не надо его в момент всей трассы пытаться все пропрыгать, все это. Ну, оно может получаться рагульно. Лучше отдельно каждый элемент трассы проработать себе и потом ее всю проезжать. Ну, есть такие элементы, которые мне нравится вообще отдельно прыгать, мне ее не нравится в связке со всем остальным прыгать. В общем, вот так вот надо действовать и не делать все постоянно на автомате, а иногда обдумывать, останавливаться и в какой-то один момент, как говорят в народе, придрачивать. Какая там синоним этому слову есть такой красивый? Пристрелятись, вот так вот Валера каже. Давай, и не забудь газу, курва, дать. Вот ты тут взял и пригальмовал, прямо перед самим трамплином. Эндуро. Едем эндуро-трасточку без трамплинчиков, раскатистую. Как там, Валерчик, ты говоришь? Газу, курва, газу, курва. Це фраза Валерчика. Якщо бачите, нас тут багато різних мов є. Специально пустил Валеру вперед, чтобы он показал дорогу. Ого, тут новенькое что-то появилось. Опля. Ой-ой-ой. Ну, Валера, ты первым больше не поедешь. Давай же есть! Газу, курва! Фух! Ой, а здесь такой прохладный коридорчик, вообще класс! Ой, ой, грязюка! Пример правильного эндурщика. Кулечек и весь мусор, который здесь по дороге валялся. Блин, ну да, бутылка с желтым, с чем-то стрёмно, но
В общем, весь мусор, который тут валялся, по максимуму, что можно с собой куда-то увезти и выбросить. Вот такие маленькие капельки, возможно, сделают в целом здесь все намного чище. Друзья, напомню, что если вам что-то нужно из велосипедного стафа, не забывайте о том, что вы можете все это заказать в магазине Ябайкер со скидкой 7% по промокоду STANSTEP. Ну а сегодня спасибо вам за просмотр и до скорых встреч!